Тебя задолбало, что YouTube постоянно не присылает тебе уведомления о новых видео, о новых стримах. Ты постоянно пропускаешь этот момент. Тогда заходи в мою группу ВКонтакте, нажимай оповещения, подписывайся на рассылку и разрешай приложению присылать тебе уведомления. Тогда ты никогда не пропустишь новое видео или же стрим от Джонни, потому что приложение присылает тебе уведомления моментально. Ссылку я оставлю в описании. Делаем эти кольца, то вообще будет круто летать. Да, да, вот. Ёба, блядь, это что, сука? Ёб, блядь, сука. Короче, этот песок надо что-то перемолоть сюда. Вроде. Ох ты, господи, да что ты будешь делать, Джоня? Что такое? Никита, что ну, такое? Ну, Томас, Томас, опять пропал, нигде его нету, ищу просто, ну, ни под печкой, опять? Ни в сундуке. Куда опять пропал, сука, ну куда? Что да не знаю, уже? Ну сколько нет, можно искать его. Уже? Он опять не полетел никуда случайно, нет? А, не было никакой информации по этому поводу. Так, что это такое? Ух, Что это, Никит? Ничего, мать. Слушай, тут, по-моему, это же заказы какие-то на убийство. Чё? Подожди! А почему здесь я тоже нахожусь? Штаб ИГИЛ написан. Чё? Подожди. Штаб ИГИЛ, реально, штаб ИГИЛ. Чё, блин? И чё, подожди. Кого ждать? Чего опасаться теперь? Обезглавить написано, и тут... Нет, тут я тоже есть, и чё мне делать теперь, а? Это чё, у нас проблемы какие-то, что ли, появилось? Так. Ну, у вас не знаю, у меня есть точно. Подожди, а чё, а меня почему, допустим, нет? Подожди, так может быть, Томас и Гил забрали какие-то, я не знаю. Может быть, вполне, это такой парень. Так, Никит, я за тебя теперь боюсь. Ребят, нам срочно нужно будет обустроить наш дом, потому что, как видите, тут любой зайти может, абсолютно любой может зайти к нам домой. Надо что-то с этим делать. И чтобы узнать стены изнутри эту кухню адскую, нам нужно отправиться в ад и посмотреть, что ж за чудище. Может быть, он в аду? Может, его реально в ад затащили? Кстати, за реально, мы сегодня туда и отправимся. Да-да-да, посмотрим. Мы сегодня должны отправиться в ад, ребята. Но... перед этим мы, кстати, должны посмотреть наш квестбук, который, в принципе, нам помогает так, в этом мире выживать, посмотреть. Короче, автоматик сивинг мы сделали, так как у нас перерабатывается вот эта штучка, делается Blaze Powder, то есть вот это, который из эфритов падает. Нам, в принципе, ничего не нужно, мы сеяли. А, да, здесь все высеивается, да. Есть тут все у нас. Плюем в потолок и все это скрафтили, короче, сделали на ускорение и на удачу, грубо говоря. Сейчас нам нужно сделать молоток, чтобы забивать гвозди, не знаю зачем. Да, вот этот молоточек, он скорее не для гвоздей, наверное, а чтобы дробить руду, что-то такое, я точно не помню, но вроде бы для этого. Так, у нас Никита что-то знает, лишнее что-то знает, походу. Да, я знаю, с островов там одну тему. Инже. Вот вроде инженер. Там с двумя. Да ё-моё, тут столько этих всяких херней, я вообще не понимаю. Ну, нужно молот найти. Ну-ка, молот. Так, нет, это не то. Самый принципиально обычный молот, ничем не примечательный. Хаммер. Во, нашел! Атюсь, сука, что там за... Что, он сложный? Какой-то детский крафт нам дали просто. А, да, серьезно, очень легко. Железо и палки просто. Да чё, мы тут уже... А, да, реально, капец, он легко делается. Так, мы даже два захерачим, потому что будем это... оба пальцы себе забивать. Кстати, ты прикинь, у нас дохренище этого кварца есть адского. Мы из этих мешков обычных понадоставали. Так, а где он нам понадобится? Он нам понадобится, да я не знаю, нам просто... по квесту сказали. Просто у нас есть дохрена кварца. Мы как, знаешь, мы как шестерка просто мотаемся. Да, господин, сделаем. Да, это, кстати, вообще разработчик, ребята, в натуре охренел. Он такой, чё-то, блядь, они этот, обрадовались слишком сильно. На одну серию дам им квестбук новый, а в новом обновлении уберу его нахрен. Да, поэтому кстати. Мы не стали обновляться и просто... Да, сборка снова обновилась, короче, но квестбук убрали тупо из нее, поэтому мы не стали. Ни хрена, так, мне ну музон что? Дали, мне музон дали, там титаны написано, ну-ка. Я забираю квест. Давай. Ага. Смотри. Та-та-та-та-та-та-та. Ой, что за музыка? Музон. Танцуем, ребята. Дискотек, тапи, предсмертные танцульки. Аси тоже пританцовывает. Да-да-да. Прыгает жирнет. Слушай, Аси. Громко играет. Громко играет Фрейрок, все. Так, ладно, посмотрим, что там в лут-честах выпало. Так, мне... А, стоп. Лут-честы? Вау. Вау, квантери, энтропи. Ты квестбук тот что, параллельно тоже проходишь? Не-не-не-не-не, у меня просто лут честов было парочку штук. Смотри, мне какой-то квантовый генератор выпал или что это такое? Не-не-не, спасибо, это сложно слишком. Ни хрена, что это?
Акселератор, так, короче. Ребята, для нас слишком сложно. Ох, ни хрена, это, кстати, из рая кольцо. Можешь одеть его, в принципе. И еще один basic bin какой-то. Вот, а в этот basic bin что мы думаю, будем сложить, Никит, ну-ка. В basic bin мы будем слаживать какие-то бинарные опционы, я так думаю. Судя по названию. Не, у нас очень до хрена угля, поэтому мы будем весь уголь. А, да, это ведь у нас очередное хранилище на 4096 ячеек. Это жесть. Ну вот. Ни хрена себе. 1500. А там еще где-то разбросано у нас. Слушай, а как выдачу устраивать себе по нашив, да? Левой кнопкой. А, левой. Ага, все понял. Все. Итак, ну что ж, дорогие друзья, все этого хотели, все этого ждали. Мы отправляемся. А, никуда не отправляемся. Ладно, нет, на самом деле, мы отправляемся в ад, ребята. Наконец-то нам уже сказали. Так, вы это. Давайте в ад. Кстати, крошить Назарак. Нам нужно посмотреть, как сделать крошить Назарак, чтобы мы уже примерно определились. Кстати, до того, как мы отправимся в ад, у нас здесь одна очень интересная штука появилась, о которой мы сегодня еще не рассказали. Да, это, ребята, XP Drain. Наш опыт будет закачиваться в эти как раз таки. Да. Стеклышки. Там есть специальные танки, о которых я расскажу. Там просто в крафте нужен обсидиан. Поэтому, типа, немножко затратно. Мы это сделаем чуть позже. Мы просто встаем, там уже все закачано. Да, там уже просто полностью она заполнена. Чуть больше потом еще продлим. И можем в бутылке очень потом удобно, закачивать. Чтобы не терять его, чтобы потом просто 30 уровень апать и больше. Это очень крутая штука. А также, ребят, у нас есть ад. И теперь это наше безопасное хранилище открывания ченс кьюбов и все такого, короче, опасного. Да. Всего взрывоопасно, поэтому никогда. Кстати, да, мы будем открывать чеченские бы там. Да, ну и как? Огромный можем открыть. Да, я, короче, с собой взял 3 гигантских, 5 исаких дронов и 301 обычный. Ну, конечно, мы все это сегодня не откроем. Слушай, но... слушай, а мне интересно, как ядерная бомба будет взрываться в аду? Это будет что-то слишком дикое. Кстати! Ой-ой-ой, ты в натуре что-то гений. Нам, короче, в любом случае нужно подальше от портала. Что такое? Никита. Так, подожди, и у меня же, оказывается, еще две сумочки, и мне тут выдают тоже какую-то дрянь. Ой, модный, Никит, смотри, сумочки. Это, слушай, по-моему, еще больше хранилище, да? В натуре, оно еще больше похоже. Да, огромное хранилище, офигеть. Сейчас посмотрим, давай. Ну-ка, давай еще выше. Так. Или выше не достанем. О, достал. Достанем. Подожди, вот, коблстон есть, в принципе, ну-ка. Так, ну-ка, на фул. Да, это хранилище, 600 тут есть. А давай из нашего. Судя по красному цвету, оно побольше, ну-ка. А, вот, в принципе, мы из нижнего можем достать и посмотреть, ну-ка. Сейчас Жоник заберет, так. Херачили, смотри, просто высасывает. Оно немного подлагает. Давай сверху. Да, конечно, 4000 блоков. Смотри. Просто 3500. Еще давай, еще. Охренеть, да, оно больше, офигеть. Охренеть. Так мы, знаешь, еще из этого нужно, из вот этого, блин. Из этого честа у нас тут постоянно булыга делается. Да. Ладно, короче, пускай будет. Наверное, нам надо в ад отправляться, чтобы сегодня все успеть. Сегодня нужно отправляться в ад, ребят, что такое? Я морковку потерял. Это... Аси, ты съел? Почему у меня морковка пропала? Кстати, да, у меня, кстати, 15 морковок. Ну-ка, давайте Аси, кстати, пока. Так, это Аси, какая-то... давай, ну-ка, который, смотри, а будет он за морковкой херачиться? Аси, да возьми морковку, сука, слезай. Тупо на голову залазит. Ладно, у тебя есть с собой еда? Есть с собой еда, очень, конечно, мало, но мы, в принципе, можем побольше взять. У нас, ох, как у нас очистился тут все, очистилось. У нас 23 яблока. Мы можем их все в железные, кстати, переработать, эти яблоки. У нас, кстати, столько алмазов, мы давно уже себе броню можем нормально сделать. Да, ребята, из креатива до хрена, в принципе, достали что-то. Алмазы, кстати, тут броня не такая уж сильная. Мы будем как раз-таки очень долго, вот этот мод связанный с вот этим цветочком, там можно делать потом очень безумно сильную броню. И, кстати, ребят, вот если мы найдем сегодня... если мы будем открывать эти Chains Cube, то может выпасть нам визор. Если нам очень сильно повезет и мы убьем этого визора, у нас будет еще одна звезда ада. А значит, мы сделаем кольцо, с помощью которого мы сможем летать. Да ладно, прям летать в любом направлении. Да. Сколько угодно. Ну что, заходим? Давай, заходим. Этот мир мы ни разу не прогружали, мы не заходили ни укачивает. Разу. Укачивает. Это, ребята, первый заход в ад. И я не знаю, что будет в нем происходить. Серьезно, вот ни малейшего представления. Может быть там... Что-то меня долго качает. Никит, главное, чтобы не стошнило тебя. Короче... Уже. А, все. А может быть новый монстр, кстати, есть? Так.
Опа, что-то взрывается так, уже. Да, что-то опасное. Это свойственно нашему миру все взрываться. Я не знаю, что происходит, но у меня тут какой-то текстурпак так. интересный. Опять вот эти там, плиз, спасите, да? Да-да-да, кстати, смотри, какой-то... Ой, черт! Тихо, что? Что происходит? О, what the fuck? Что это было? Я просто руду копал. Ты прикинь, да, я знаю такую херню, чтобы, короче, не взорвалось, надо всю руду вскопать. А, типа быстрее всю руду вскапывать сразу, которая есть, офигеть. О, мне голова выпала. Короче, Никит, если ты увидишь ордит, если увидишь, срочно его забирай. Это очень важный ресурс. Я понял, блин, опять что-то рвануло. Да, сука, надо все выкапывать, вы издеваетесь, что ли? Охренеть. Блин, это будет потно, да. Это будет очень потно. Оп, смотри, пауки. Так, пауки, насколько пауки. Они агрессивны? Да. Ну хотя у нас мечи, по-моему, жесткие очень, да? Ой-ой-ой, да. Я помню, ты сделал, да? Это, да, мой старый меч. Да, вот он у меня на 14 атаки. Там практически каждый моб умирает. Так, смотри, Никит, короче, нам что нужно из ада забирать? Нам нужно забирать вот эти вот пыль, потому что мы пыль 64 будем, штуки у меня. Ну, это потому что там, кстати, этот инженерный хаммер, я думаю, нам не очень нужен. А это что, алмаз адский или что это такое? Что ты там нашел? Вот это? Нет, это... Свинья, ты что нападаешь? Он сейчас сразу херачит, что ли? Да, я ему ничего даже не сделал. Пердит ор. Что-то какая-то руда, которая пердит написана. А, голова, смотри, реально голову просто падает, пока ты... Да, со всех. Нормально. Это потому что еще меч, все, скопали. Так, ладно, наша основная цель визита в ад. Что нам нужно найти? Итак, в аду нам нужно очень много найти этих... взять, во-первых, Незерак Ор. Нам нужно 64 штучки. Ну, это изи, на самом деле. Самое легкое, в принципе, в этом, что мы можем сделать. Просто ее нажимаем вот так. Оп, все. Ставки есть. Все. Ну, да. Как говорится, половина квеста выполнила. Теперь нам еще нужно найти руду, которую мы будем переплавлять потом еще в моде Tinker's Construct. У нас тут еще, вот знаешь, такие редкие руды. Лазурит, перидит, вот этот все, короче, нам нужно брать. Блин, ну их тут дофига на самом деле. Капец, сколько руд в аду, первый раз это вижу. Да, ну тут очень, тут видишь, перевернутые деревья, они, видишь, с потолка растут. Да. Кстати, мы самое-самое главное забыли, не домой, как мы вернемся. Мы портал забыли. Подожди, нет, портал ведь у нас... да, надо его отметить реально, потому что иначе потом не попасть будет. Ну ладно, отмечай, я-то вернусь. Так, подожди, за тобой. А где портал? Вон он. За огнем. Вижу, ребята. Фиксирую. Единственное, что открывать из хедроны и при всякие кубы надо вот подальше от портала, иначе его просто не будет потом. А все, короче, я не знаю, для чего нам эти головы свинозомби, но, видимо, мы, ребята, сегодня олигархи, будем сегодня жировать. Все, короче. Мозги, может, из них достать, я не знаю. Я не знаю. Мы, наверное, так, в комментах ладно, вы подскажете. Точку. Так, портал. Я пишу портал. Он, прикинь, прям фиолетовым цветом, чтобы понимали мы. Так, портал есть. И давай пойдем где-нибудь вниз. Мы можем, в принципе, начать с исохокедронов. Почему бы и нет. Да, кстати, у меня портал ган есть. Можно спускаться удобно. А, да зачем? У нас же ботинки. Или у меня. Да, точно. Прыгнул и не паришься больше. Точно, мы же не умираем. Жаль, по лаве не умеем ходить, ребят. Если по лаве умели ходить, да. Это нормально и классно. Не, ну вот если сделаем эти кольца, то вообще будет круто летать. Да, вот. Ёбать, блядь, это что, сука? Ёбать, сука. Пизди мамку. Всё. Погоди, страшно как, что за тарантул? Она, короче, иссушение накладывает. Это визор какой-то. Жесть. Я слушай, посрался, мне сука. Надо. Мне плюнуло в ебло просто. Тупо какая-то это паучиха. Да, злая. И черная вдова огромная, жесть была. Так, есть покушать? Поесть что-нибудь? Конечно, есть, Никит, для тебя тост. Поднимем тост, конечно. Тост, поднимем тостер. Так, всё, хорошо. Давай. Пошли тогда, короче, наверх немножко. А, ты портал заиграл, уже от испугу, что ли? Это я сделал? Визор веб написано, типа иссушеный этот, иссушеная паутина. Жесть, и паутина какая-то у нее странная. Черная, так, сука, хач, наверное, какой-то. А, смотри, мы еще что нашли. А, смотри, еще одна, это у них, походу, гнездо, смотри, еще одна. Это мелкий, да, это мелкая. Страшно, блин. Паучиха, а. Смотри, мы этот, крепость, походу, нашли, иди сюда, Никит, крепость. Так. У меня просто все блоки вообще другой текстурки, я тут не особо ориентируюсь. Подожди, мы в натуре крепость нашли. Вот это, ребята, везение, мы крепость нашли, только где вход. А, нашел, Никит. Вот, в принципе. Да, крепость. Да, и визоров тут мы найдем. Здесь блейзы, значит, должны быть где-то еще. Сука, блейзы, да, визоры. Да, это крепость, крепость. Опа, слышу. Ага, тоже где-то сверху, походу. Здесь, вот, ну-ка. Так, я нашел орди. Да, сверху. Пробираемся. Так. Ой, взрыв! Сука! Блять! Тихо! Я походу алмазы нашел!
Да, что за жесть, я горю просто. Да, Diamond Ore, прикинь, тут алмазы еще вот эти есть. Офигеть. Они обычные, как обычно алмазы? Не-не-не-не-не, они вот именно ор, надо их дробить. Блин, ага, они понял. Реально сверху эти тусуются, сука. Так, а что так, без так, нас так, тусуется? Так. Давай наверх, Никита. Вон, я по миникарте вижу, мужик. Всю, всю руду за тобой подбираю. Нет, сборщик такой. Ай, сука, начали херачить. О, ай, так, много пауков, еще. Много, 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 много. Я прокачал себе, прикинь. А, все! Их очень много, их очень много. Херачит, херачит! Подожди, ты в курсе? Ты знаешь, короче, они меня этот. Они дезориентируют, они дезориентируют. Да-да-да, она в своей паутине застряла, прикинь. Лох! Слышь, что-то ничего ценного с них не падает. А, да я не знаю, у меня, короче, теперь есть 40%, что выпадет. Да тихо, блядь, херачим. Сейчас мы друг друга отхерачим, нас задезориентируют и отхерачим. У меня 40%, что голова выпадет. А подожди, а мы слышали этих визоров, а где они? Да, они где-то должны были быть, но мы, походу, выше их прокопались, я не знаю. Ну, значит, есть... А если это... Может, они снизу были, я не знаю. Не знаю, да, не знаю. Но здесь, карлик нападает. Здесь, Никита, мы можем пометить это место, открыв по одному исахокедрону. Давай, чокнем так. Чокнули. Давай. Так. Вместе можно, в принципе, открыть. По очереди, думаешь, нет? Давай, по очереди, давай, по очереди. Давай. Итак, ребята, первое открытие в аду. Я лучше отойду, а тут это так, замесы. Так, Джейд, ладно. Ну-ка. Так. Давай, визор, хера. Нет. Лейка? О, сломанная лейка, это очень хорошая вещь. Короче, это для зачем того, чтобы росли у нас, короче, вот эти всякие несорняки. А вот мы же будем, допустим, выращивать звезды ада. И вот это, короче, лейка. Ну да. Такое починить надо, она сломанная выпала. Так. Let's go, Джорни! В этот раз это все как-то. Да, в этот раз все как-то более-менее спокойно. Никаких приключений особо нет, ну, с этими исахокедронами. Томас, наверное, утащил с собой вот эти как да-да-да. Неудачи. Волну неудачи. Но, Никит, как говорится, удачи как неудача, но огромный телескоп нужно будет открыть. Вот на это я, наверное, издали посмотрю. Так, или, по крайней мере, надо убегать. Сейчас, погоди секунду, погоди. Сейчас я кое-что сделаю. С портал играет. Да-да-да-да. Ребят, за этот... Огромный ченскю, просто поставьте лайк, потому что у нас портал рядом, мы можем все к херам, кстати. Так, все, все, я готов. Все, давай. И... О, смотри, смотри! Что это было? Это руды, видишь, заспавнились. Ала, черт, они прям на меня где... Смотри, мы богатые, Никит, страшно, страшно. Они просто спавнятся, руды. Да, и они притом разные. Нет, подожди, пока только две, да? А может, они растут, они снизу где-то как-то растут, наверное. Не, я кстати, да, может быть, не лучшая идея была воду открывать. Ладно, посмотрим. А все, не растет. Ну, не, ну смотри, тут все разновидности. Смотри, они прямо от земли до верху. Да, вот эмеральд, тут вон эмеральд. В натуре эмеральд, сука! Да-да-да-да. Эмеральд! Тут вот. Просто все, видимо, рандомно сгенерировались, да, и да, просто да. Все есть. Охренеть! Да, но мы не будем это копать, потому что мало ли какая-то руда нам понадобится. Ну что ж, Никита. Тебе шанс открыть огромный ченский бал. Огромный? Давай, сегодня два. Сегодня, ребята, две штучки. Это будет опасно, это будет... Не, ну сейчас все было более-менее щадяще, но я думаю, из-за того, что мы в аду, их было меньше, чем могло бы. Чё? Застрял, наверное, в блоке. Да-да-да. Он еще заорал, так мне аж страшно стало. Так, ладно, насчет портала, где он у меня там? Сдали не откроешь, Никита. Портал у меня здесь. Ладно, пробуем. Нет. О, вот тут мы съебаемся. Нет, в портал, нет? Не-не-не, а тут он просто заспавнил. Ай, сука, это, блин, вещь. Ааа, это что, сука? Чешуйцы лавовые. Сука, убегай. Лавовые чешуйцы. Они прям в натуре, я не знаю, какой-то пиздюк мелкий бежит, смотрю, не понимаю ничего. Так, подожди. Мне свет в глаза херачит, я не вижу, что это ползет ко мне. Слушай, я знаешь, что понял, походу в аду свои какие-то чешуйцы, нет? Да, мне почему-то тоже кажется. Потому что я лаву не видел до этого. А я мы лаву... много их открыли. А вот как раз таки, помнишь, где сплив был? Там лава у нас заспавнилась, мы открывали там. А, да-да-да, все, понял, понял. Ладно. Вот, смотри, я вижу этого виза, это Блейза, там, сука, это мамка еще. О, заспавнились, вижу, да, в этот Black Widow. А, да, вот они. Блин, что за, слишком активная атака. Давай, Никита. О, блин, у меня хелов мало, я из-за этого не успеваю. Так, подожди, а что у тебя... Так, подожди, а спаунер ломать или что с ним делать? Спаунер не ломай. У меня какой-то легендарный мешочек выпал еще, охренеть. А, золотой, отлично. Блин, я сейчас умру, чувак, умру. Точно? Ой, бля! Точно. 100% просто. Так, ладно, я к тебе телепортируюсь, потому что я не могу. Я
доступа взял и ебанулся. А, я не могу к тебе телепортироваться, enable то телепорт. А ты в ад зайди сначала, потом. А, да. Сука, блин, жесть. Так, у тебя еда есть с собой? Да, есть. Я у Аси морковку заберу. Ой-ой, там аккуратно, сейчас ифрит еще подожгут и все нахрен. А! Да, меня выпалило! Она спермой пуляется, Никита, быстрее! Какие необычные ифриты. Нет, этот мамка херачит. О, виза скелетон. Так, нормально, у тебя что-то выпало говно какое-то, я пошел нахрен. Так, где я появляюсь? Ага, все отлично. Подожди, а где моя могила? Пошли. О! Голова, череп! Ты череп подобрал, отлично, череп выпал. Да, я подобрал много черепов. Не сюда, Никитос, не туда, смотри. Сюда, не сюда. Вот твоя могила. А, вот, вижу. Давай, чтобы тебя аккуратно. Так, я эту мамку. Ля, паучиха, какая ползает. Пошла отсюда, шмара! О! Я чуть в лаву не упал вместе с ней, сука, дебил. Так, тихо. Свинтус! Ай, сука! Да что они такие пугают, я не понимаю. У меня не все влазит. Сейчас надо будет одеться полностью. По-быстрому. Так. Тут я дохрена уже этих блейзов. Вот бошки у них падают, это реально. Неистово, ребят, падает. Молтен кор возьму, почему-то мне понадобится. Мне кажется так. Тангестор. Так. Воу, херачит уже. Ой-ой-ой, Никита, а вот это плохо. Они идут ко мне? Хп мало. Так, мы сюда обязательно вернемся, Никит. Наша миссия на сегодня, я вижу, как уже выполнена. У нас 15 уровней. У тебя, кстати, сколько уровней? У меня второй, я же умер. Блин, сука. Да, досадно. Досадно, Никит. Так, ладно, все, я все собрал, все окей. Все, точно взял? Там ничего лишнего. Да, все взял. Подожди, все. Легендарный мешок хочу открыть. Ну-ка, давай. Что там? Два чинскюба. Так. Обсидиан. Обсидиан бери. Division Sigil какой-то. Вот, Division Sigil, мы как раз-таки ритуал будем проводить. А, у меня там тоже Division Sigil, я сейчас смотрю. Слушай, эти мешки выкидывай, да, или они нам пригодятся? А, выкидывай, у нас сейчас... Их все равно на этой карте миллион валяется. Да, не, ну просто мы могли их, в принципе, скрафтить все, но я такой думаю, ладно. Ну что ж, Никит, в принципе, можем, так сказать, наконец оставить... Подытожить и взять, открыть обычные чинскюбы. Обычные. Мы сегодня ну-ка, обычные. И сахитрон, и чинскюбы. Давай. Так, пятерочка у меня имеется. Опа, отравили меня, сука. Ах ты... Так. Ассасины, а какие-то? Сука, взяли, просто отравили меня, ну-ка. Так, ладно, попробую тоже. Ой, Крипер Джон Сина! Убегай, сука! Собрал вещи, мать твою. И опять, Никита. Успел только ускорение нажать и влетел нахер. Влетел в стройку, Никита, посмотри. Все-таки неудача осталась с нами. Подожди, я хочу немного им дорогу закрыть. Так, пошел. Нет, я убил, ладно. Первый улетел. Все, Джон Сина умер, все. Никита, так, я освободил дорогу. Я возвращаюсь. Давай быстрее. Я возвращаюсь. Забираем манатки и съебываем вас. Тихо, только не открывай. Опасное место. Подожди, все, где? Вот, где моя могила? Вот, я закрываю. А, вот она. Все. Давай, изолируй. Так. Ага. Все, можно открывать, я думаю. Ну да, в принципе. Вот, подожди. Где-то вот так. Вот теперь все, давай, Никита. Так. Так, главное не упасть самому. Все, забрал. Все есть. Давай, одевайся. А сейчас я одену, да, быстренько все одеваем. Давай, Никит. Сколько всего полезного, я даже не знаю, что выкинуть, блин, что. Ботинки самое главное одеть. Так вот, мне надо все одеть. На самом деле. О, и голова визарда, ее нельзя выкидывать. Да, ее 100% нельзя выкидывать. Мы, в принципе, и крафтить можем, и из ченскюбов, чтобы у нас выпало. Но, мне кажется, нужно все ченскюбы пооткрывать. И мы обязательно на стриме, наверное, ребят, еще откроем вот эти все 30, потому что их слишком много. Нужно именно на стриме все это пооткрывать и визора, наверное, убить, потому что он падает из ченскюбов. Вот он просто может призываться из ченскюбов. Да, сколько неизвестных предметов, я даже не знаю, что из этого мне нужно, а что нет. А давайте помогу немного, Никита, так. Так, обычная башка скелета мне не нужна. Да, так. Угу. Сейчас. Так, ну-ка. Складываю, так. Вот это я забираю сюда тоже. У меня, я, по-моему, тебе не крафтил, Никит. Есть специальный мешочек, так, подожди, который... ботинки у тебя? Так, ботинки у меня, да. У меня перчатка и колечко у меня. Короче, ага, надо тебе, видимо, Никита, скрафтить мешочек небольшой, который дополнительный инвентарь тебе дает. Да, потому что у меня очень мало места в инвентаре, просто вообще мало. Да, вот этот мешочек как раз-таки Тинкер Констракт, мы тебе обязательно его сделаем, Никита. А, я понял. Отлично. Все собрано? Все, мы, ребята, отправляемся домой, наконец-то, все.
принципе, мы немножко отчерпали себе, что нам нужно в аду. Да, так сказать, нашли все, что нам необходимо. Но это еще на наше приключение в аду не заканчивается. Там паук вышел! Там вместе с тобой паук. Черт. Блин, надо по краям хотя бы огородить, а то однажды нас... Ну, хотя у нас ботинки, так что ничего не будет. Да, ну... Так, у меня есть башка из сушителя, короче, одна. Все, ты ее можешь, в принципе, складывать кто тем, сука, хачи тупой. К тем трем головам, которые есть у нас, а я не помню, где. А где они у нас, да, кстати? Где-то они спрятаны. Где-то лежат. Охренеть, сколько у нас доспехов. Надо себе какой-нибудь шлем получше подобрать будет. Вот, нам нужно... Вот мы уже, в принципе, можем исследовать этот мод, чтобы себе броню получше делать из алмазов. То есть там улучшенная броня алмазная. Вот мы, в принципе, этим можем и заняться. Ого, ё-мо, еще два из хакедрона нашел. Вот это жесть. Никита разбрасывается предметами. Богатенький у нас Никита. Как я хоть что кидаю? Вот, все, что вы. Стоп, варм. Ничего себе. Так, смотри, у нас я забрал как раз-таки стак Назрака, как ты помнишь. Да, и для чего мы, собственно, сходили? Смотри, вот в этот хаммер мы запихиваем стак Назрака. Видишь, у нас так. Тут нам неимоверно много энергии, ребят, нужно, потому что видишь, как оно улетучивается. А, да, просто. Смотри, прям, блин, надо будет еще что-то подводить, потому что не хватает прям. Тут просто нужно солнечный генератор, лавовый, ну, в принципе, у нас лавы дохренища, у нас все, у нас фул вот это уже залито. Да, она. Кстати, но она очень медленно работает, типа, не очень эффективный метод. Не-не, ну, так сказать, она в прошлых есть. Технологиях еще, наверное, живем. Не, она хорошая, это у нас лавы дохренища, она не тратится просто. У нас вот этот... Подожди, а у нас она не подведена разве по низу туда? Подведена? Просто, типа, видишь, она настолько быстро улетучивается, что не успевает у нас все это. Ну да, вот я поэтому и говорю, типа, оно подведено, но способ какой-то такой, типа, не хватает энергии, не хватает лавового. Да, энергия просто слишком быстро улетучивается. Нам нужно что-то придумать, ребят. Либо солнечный... О, кстати, солнечный у нас работает очень хорошо, что-то не тратится, нужно вот этот рычаг. Ну да, солнечный, это же посовременнее, смотри, она прямо улетает. А, кстати, это все три генератора в одну работают, в просеивку или как? Смотри. Солнечный и лава работают в два. То есть солнечный и все, туда. понял. Вот, ну, все равно не хватает, офигеть. Да, все равно не хватает. Короче, вот этот стак у нас должен передробиться. Мы, в принципе, вручную это можем сделать. Но мы же ленивые, ребят. Пусть оно вручную переработается. И мы, в принципе, уже сможем завершить квест под названием Сивинг Монтаж 4. И мы можем приступить к крафту Enchantment Table, то есть стола зачарований. Это можно даже вне серии сделать. Ну и на стриме, ребят, мы к вам вернемся и сделаем очень много интересных вещей по апгрейду дома и по много чему. На этом мы закончим. Спасибо, что посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на наши каналы. Ссылка, допустим, на Фростбола есть у меня. У Фростбола есть ссылка на меня. Вот. Спасибо, ребят, за просмотр. С вами был FlyGK. Ну и Фростбол, ребят. Всем пока. Пока, ребят.